Итак, если я с вами скалкулин, сегодня я продолжаю играть. Zombie Dairy 2. Да, как вы помните, в прошлой серии я прокачал как бы вот эту пушечку на один раз. Ну, нормально, в принципе, прокачался. Нормально. Отстойно! Я думал, покороче будет. И следующая прокачка будет за 24 тысячи. Да, 24 тысячи. Я шандарахнулся, когда прочитал это. А это было в прошлой серии. Так, болит, вы меня заколебали. Ой, меня заколебали, честно слово. Ой, меня так раздражает, я что-то не сказать, не беру написать. В прошлой серии я был так раздражен вами, и в этой серии тоже. Вы что, думаете, то, что я такой, типа, неженка, да? Идите, все, в пень идите все. Я все патроны потрачу, но пройду эту миссию. Да, пройду. Последний ключ остался. Все, вы продули. Где он? Все. Все, что вы тут выпендриваете мне, а, в прошлой серии? Что, думаю, я не пройду вас, да? Что вы мне тут в прошлой серии выпендривались? Говорите мне, что вы выпендривались мне в прошлой серии тут? Скоты. Ладно. Что, мне осталось только время продержаться и девочку защитить. Думаю, девочку защищать, она слишком хардкорна. Да, это очень-очень-очень-очень-очень-очень хардкорно. Для меня, по крайней мере. Я еще не готов ни к чему. Так что это очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень хардкорно. Но я попробую. Слышь, девочка, я пока что этих буду уничтожать. А я... подожду пока. О май гад, бич. О май гад. А не слишком ли вас тут много? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Опаны. Ау. Это неожиданно. Ладно, забудем. Все. Убираем эту фигню из памяти. Берем меч и рубим всех. Руб. Так, давай. Ты тоже подходи, ты тоже, я не против. Ой, ты тоже хочешь, ну давайте, и ты. Все получите по заслугам. Так, давайте. Блин, надеюсь, я завтра... Там, мне, надеюсь, завтра повезет. Я выиграю кристаллов 8. И я смогу сегодня... Ой, я смогу купить скин там... Как там, самурай, или как там его зовут, я не... О май гад, как лагануло. Но ничего, но я переживу такие лаги. А вот мой персонаж, кажется, нет. Да, мой персонаж не пережил. Но ничего, у меня меч не на патронах, так что все хорошо. Ну-ка я попробую разочек вот с этой пушкой побегать. Пум-пум-пум. Всех разносит, мне очень нравится эта пушка. Хотя она и очень дорогая по плану патронов. Очень дорога. Вы понимаете, насколько она дорога? Вы просто не представляете, как она дорога. Это просто жесть, как она дорога. В плане патронов. 600 монет. Вот это и не самое маленькое. Вот это и не самое большое количество. Но это так много. Очень много. Вы не представляете. Для меня мой бюджет это не потянет. Так, готов. Не жрать меня. Я такая же девушка, как и вы. Красивая, не знаю, там, красноглазая, черноглазая, не знаю. Желтоволосая блондинка, короче, брюнетка с наколкой такой. С наголкой на пятой точке. Нет, мне не надо. Мне вот этого не надо. Этого тоже. Уйдите, пожалуйста. Не создавать у меня проблем. А я думал, я тебя наверх сейчас подниму. Чё? Ты его наверх должен был поднять. Ты тук-дук. Тутун-дун. Рун-дун-дун, да. Блин, тут, короче, очень мало шансов победить. Ох, конечно, плохо, очень плохо. Ну ничего, так, давайте купим Патриков на Акашку. Ака тоже хорошая пушечка. Мне она нравится. Такая
со вкусом. И немножко патрончиков купим на Дыгл. Desert Дыгл. Какой я удивила, очень большие статистики. Critical урон вон какой. Это очень... это охрененно как много. Так, что это? Power, нахрена мне Power? Рекомендуйте мне 5.1. Да я знаю, что это крутая пушка. Но мне меч, который покруче. Давайте, подходите. Подходите. Это вроде бы какая? Четвертая серия? Где? Четвертая серия? У меня вон какие прокачки-то. Дико. Мод это для кого-то слабовато, но мне это нормально. По крайней мере мне. Это игра, которую я нормально развиваюсь. Неужели? Свершилось чудо. Я развиваюсь нормально. Так. Готовы. Я рублю всех на раз-два с этим мечом. Мне этот меч очень нравится. Всем советую его покупать. Я, конечно, в каждой серии говорю, что он мне нравится. Так что я поделать, если он мне очень нравится. Очень хороший меч, который почти всех рубит с первого удара. Почти. Я не говорю, что всех. Почти всех. Вы знаете, Дигл тоже не всех с первого раза убивает. Хотя вон у него какой крит. 79. Ну, нормально. Не скажу, что плохо, нормально. Но я могу и получше. Так, давайте, подходите, чё вы? Так, этот готов, а это готов, этот готов. Этот готов. Блин, я не знаю, когда я одни буду проходить, если у меня нету пушек, которые нормально могут побеждать там всех. Конечно, я ещё выиграю. Конечно, я тут прокачаю нормальную пушку, на которую я потратила аж 40 тысяч. Конечно, я его сейчас получу, нового персонажа, который будет стоить аж 150 кристаллов. Да, это, конечно, будет все круто, но, знаете... Не знаю. Девочку-то... Девочки-то не будет такой же брони, как у меня, чтобы ее как бы защитить. Не знаю. Почему мы должны девочку сопровождать? И мы дали бы... Почему мы ей пушку не можем дать какую-нибудь? Там я бы дал ей АК-шку, чё? Отбивалась бы. Рано или поздно же девочке же надо будет пушку в руки взять. Я бы ей дал пушку. Пускай воюет, кто ей мешает. Так, давай, ты готов. Готов. Так, в принципе, у меня идея, как заработать кристаллы. Да, у меня есть хорошая, очень гениальная идея. Вообще, надо посмотреть будет, получится ли у меня это сделать. Я знаю, как, короче, заработать кристаллы. Если получится, в этой серии я заработаю уже все кристаллы, что надо. Может быть, и в крайнем случае завтра это точно-то у меня будет, если это все удастся. Увидите, как я зайду кое-куда, вы сразу поймете, как я захочу заработать кристаллы. Так, там дают за то, что я очень хорошо умею, по 5 кристаллов. Мне кажется, это довольно-таки нормально. Так. Ёлки-палки. Закончу 10 миссий, охренеть. А если я перезайду... Так, погодите. Давайте поэкспериментируем. Если я перезайду, то что будет? Зомби ДР 2, заходим. Так, динозаврик прикольный. Да. Давай, крутись. Прикол, я завтра 500 кристаллов выиграю. Вот это будет жесть. Итак, и ба-ба-ба-бам. Ну, ёлки-палки. Ладно. 5 миссий закончить здесь, чё? Апгрейдить. Я буду апгрейдить за 26 тысяч, а получу за это 1000. Нормально, да? Ладно, у меня уже зарядка подходит к концу, так что и моя серия сейчас тоже будет подходить к концу. Хрязь. Так, следующий на 7 дам решил бан. Никто не останется без особого внимания. Каждый получит по щелбану. Так. Вот некоторые с собой папашу приведут. И щелбан я получу, не знаю. Да нет, щелбан не я буду получить. А, не щелбан.
Блин, так много... Я убил 36 зомби, и ни с одного ничего такого не выпало. Ёлки-палки. Сам что-то зомби... Да ладно, я настолько лох, что так мало зомби убил. Я не верю, что я так настолько лох. Не, я не такой. Сейчас будет побольше. Сейчас будет слегка побольше. Так, идите, идите. Ой, идите, я! Так. Дайте пауэр! Я в первый раз пауэр попросил, а мне не дали его. Так, есть. Готовы. Блин, мне страшно. Сос. Мозги, неужели? Хоть что-то для разнообразия, хотя бы мозги. Так, готов. Задрота нет. Задрота атакую. Задрота, я со спины сейчас крыса. Я всегда умел в Counter-Strike крысить. Пора применить свои умения на деле. И я такой разворачиваюсь. И песенка такая, тут подошла, ты такой: обернись, тебе лезу со спины. Я такой поворачиваюсь, такой: о май гад. И зомби такой: а-оу. И такой типа: остановись-то. Ладно, так, давайте закупимся. I know. Два робота таких у нас не было бы, неплохо. Блин, я могу вот этого робота купить. И вот этого могу. О май гад. И вот этого могу. И вот этого. Не, этого я не могу. Этого охрененный. Какой дорогой, но он еще не такой. Я вот таких. Много могу таких купить. Таких могу много купить. И таких могу много купить. Я не хочу. Вот таких вот я не могу купить. Понимаю, таких могу купить, да хренища, а таких не могу купить. Таких. Мне вот это вот нравится. Кстати, по виду такой камуфляжный. Ну ладно, моя зарядка подходит к концу, и серия, как я говорил, уже тоже подходит к концу. Так что подписывайтесь, ставим лайки, вот и так обязательно подписывайтесь. Конечно, подпишись на канал, пожалуйста. Поставь лайк, конечно же. Оставь свой комментарий. Оставляйте комментарии. Не только Алексей, а все остальные пускай еще комментарии оставят. Так что всем удачи. Всем. Bye-bye!